ребенок должен ездить пристегнут ремнем в автокресле в машине. Привет. Привет. А как тебя зовут? Леван. Леван. Почему для ребенка выбрали такое имя? Сына. Давид. Давид. Дуже класне розвлечення в тебе, бачу. Ага. Тільки я тебе прошу, хоч в телевізор не закинь цю штуку, бо, буде невесело. А реально, що от іграється тієї штуки, і може хоп, швирнуть в телек, і все, нема телека, нема бульки більше, синього трактора, і все, вже нічого потім не буде, якщо телека не буде. Саме головне, йому постійно подобаються от іменно от такі штуки. Зараз покажу. От такі штуки. От такі штуки йому подобаються, торчащі, я не знаю, що це значить. Но обычные игрушки его не вставляют. Вы только посмотрите, что делает эта пакостливая мыша. Залез под стол, чтобы дергать вот эти вот все вот проводочки. Это ж наша любовь, да, Давид, провода? Давид, жопа не болит, как каже бабушка. Я не знаю, что делать с этими проводами. Мы уже, типа, прикрыли мишкой моим стол, чтобы он туда не лез. Но он залазит на этого медведя и все равно достает к этим проводам. Я не знаю, что делать, куда их прятать. Вот честно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, короче, проводов много, а девать их некуда. Ну вот, нашли еще один провод. Заряжался телефон. Так, я кое-куда ухожу. Давиду скоро кушать, поэтому я ему оставила кефир с печенькой. Вот такой вот Мария, самая обычная. Так что пока я буду по делам ходить, сын будет кушать вот такую вот вкусняшку. На вид не очень, но оно вкусно. Тогда идем с пяточком. Большой-большой секрет. А дальше я не помню. В общем, иду в бьюти-бар делать свои когти. Маникюр. Сегодня иду на маникюр, а завтра буду делать педикюр. Надо вовсю готовиться к первому числу. Лето же, как-никак, надо блистать. Я вот не знаю, какие делать ногти. Я просто кайфую от молочного цвета. Я бы, наверное, его делала каждый раз. Ну, блин, моя мама говорит, что надо что-то веселое. Возможно, розовое сделаем. Блин, не знаю. Короче, иду к Лиске моей. Фух. Я уже дошла. Буду заходить. Я только что вышла с салона. И сейчас вам покажу свои новые ногти. Та-да-да-дан! Вот такая вот красота с блесточками. Это меня Лиза уговорила на блесточки. Я вообще люблю однотон. Короче, моя мама вообще хотела, чтобы я сделала какие-то летние яркие ногти. Ну, извини, мама, мне надо, чтобы мне под все подходило, поэтому я сделала такие. Скажи спасибо, что они черные, как у вороны. Мама не любит, когда я роблю всякие черные, красные. Она кажется, что яйца пугает. Так что у меня вот такие вот. Короче, такая беда.
Я вспомнила о том, что у меня уже закончились эти дни, и мне нужно пить опять мои гормональные таблетки. Их нужно купить, и они... Ну, короче, их очень тяжело найти. Я уже в одной аптеке была, их нету. Вот, иду во вторую, не уверена, что и там найду, поэтому придется гулять по аптекам и искать таблетки. Ребята, победа! В третьей аптеке я все-таки их нашла. И кому, кстати, было интересно, мои таблетки называются Линденет 20. Это мои гормональные таблетки, которые я пью для регулярных месячных. А сейчас я иду, угадайте, куда? Та-да-да-дам-да-дам! Конечно же, в Аврору. Я очень хочу купить... две тарелочки очень интересные, такие типа, ну как сказать, цветные, в общем, не могу объяснить. Нужно, и я все хожу, но не нахожу. Один раз была, нашла, но одна тарелка была, а мне надо две. Поэтому сейчас будем смотреть. А типа мороженое? Нету здесь таких. Ну да. Ну конечно же, кто же я такая, чтобы зайти в Аврору и не купить там какую-то хрень? В этом вся я. Показываю. Купила вот такую вот шоколадку. 19 гривен, но очень вкусная, кстати. Дальше. Купила... вот такие вот резиночки с мишками. Вот коричневенькая с мишкой. И вот такая вот светленькая с мишкой. Ну, красиво же. Мама сейчас смотрит и думает, боже, яка ты моя дитина. Да, я такая. Купила вот такой вот черный крабик. Я хотела купить чисто черный крабик и чисто белый. Но нигде не находила. Вот первый раз в Авроре увидела черный. И купила вот такую вот штуку. Девочки, я не помню, оно как-то там называется на букву К. Короче, у меня после наращивания отпали ресницы. Точнее, стали очень маленькие. И вот они уже выросли. И когда я крашу тушью, у меня ресницы не вверх, а вот так вот как-то ровно. Поэтому мне многие в ТикТоке, в чате, когда я вела стрим, сказали, что мне нужен... Керлер, или как он называется. Короче, штука, которая закручивает ресницы вверх. Снежана, например, подписчица, моя любимая Снежка, сказала, что ей не помогла эта штука. А кто-то говорил, что типа помогает. Поэтому я решила, куплю я и попробую уже на себе, а не буду всех слушать, кому помогло, кому не помогло. Вдруг и мне поможет. Сижу на лавочке, дышу. И сейчас буду идти к своему синишке плаксивому и к бедному Женьке, который там с ним сидит. Ребята, тут такое. Иду я, короче, домой. И здесь вот что. Щенята. Им кто-то поставил водичку. Блин, капец. Что делать? Надо забирать домой. Блин, если бы они были в Золотоноше у нас во дворе, то мне бы папа с моей мамой уже бы давным-давно их протащили додому, потому что они собачники. Блин, какие хорошие. Что делать? Блин, может, они сейчас вообще нападут на меня и съедят меня? Собачки. Собачки. Блин, какие колесие. Они же сейчас будут за мной бежать. И что теперь делать? Блин. Не кусайся! Дивись, який, наверное, ты пацан такой борзый. Капец. Короче, я не смогла просто оставить этих собак с этой несчастной водичкой. Я буду нести им кашку, котлетку. Женя не доела, она уже, блин, засохла. И колбаску понесла. Короче, кушают. Все нормально. Ай, собаки, собаки мои хорошие. Хоть чем-то вам помогла.
Если завтра здесь будете, я вам тоже что-то дам. Кушают такие маленькие. А вот это, наверное, девочка сидит себе в углу, доедает там какой-то самый плохой кусок. А эти, наверное, пацики сидят и едят все самое вкусное. Ладно, пошла я, собаки. Пока Давид играется, я варю ему супчик. Брокколи, цветная капусточка, морковка и картошечка. Так что будем скоро ужинать. Мы поели супик, но не наелись. Поэтому допиваем молоко. Он, кстати, это молоко какой-то, блин, молочный мальчик. Он как только видит бутылку с молоком, его уже телепает, он уже руки тянет, он уже бежит к этой бутылке. Как несется, как носорога, блин, все сносит на своем пути к этой бутылке. Ты мой молочный мальчик. О, какой самостоятельный. Уже сам хочешь держать? Там бышь. Ты так и держал. Уже поздно. Где-то 11:30 ночи. Давид уже спит. А я пошла в другую комнату, чтобы посмотреть Эксы. И никому не мешать. Я уже смотрела и первый сезон, и второй. Ну, это было давно, поэтому я решила пересмотреть. Мне такое нравится. Я, кстати, не люблю смотреть фильмы. Мне больше нравится смотреть всякие передачи, шоу. Люблю всякие такие любовные передачи. Типа как Эксы. Когда они там выясняют все между собой. Короче, спокойной вам ночи.